Здравствуйте! Сегодня готовим куриные шашлычки с яблоками и овощами на шпажках в духовке. Мясо куриных бедрышек нарезать произвольными средними кусочками, чтобы было удобно нанизывать на шпажки. К мясу положить сушеный чеснок, сладкую паприку, порошок карри, соли и молотого черного перца по вкусу. Добавить вустерский соус и растительное масло, тщательно все перемешать и поставить на несколько часов в холодильник промариноваться. Яблоки нарезать дольками, вырезая у них сердцевину. Нанизать дольки яблок вперемешку с кусочками маринованной курицы на шпажке и выложить на застеленный пергаментной бумагой противень. Шпажки можно предварительно помочить в воде, чтобы они не пригорали. Цукини и паприку нарезать с небольшими кусочками и также, чередуя, нанизать на шпажки. Выложить шпажки с овощами на противень, посыпать их солью и прованскими травами и немного смазать растительным маслом. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Подавать с вареным рисом и при желании с образовавшимся при готовке соусом. Блюдо получается очень сочным, красочным и ароматным. И благодаря интересному сочетанию цветов и вкусов понравится как взрослым, так и детям. Все ингредиенты в граммах в описании. Приятного аппетита! Еда не беда!